Песок и кровь. Необычная экспозиция на днях развернулась в выставочном зале имени Карапаева. Основная тема – испанские традиции и искусство корриды. В зале представлено 130 копий гравюр и литографий двух испанских художников – Пабло Пикассо и Франциско Гойя. Оба неоднократно в своем творчестве обращались к теме Родины. Песок и кровь, по мнению организаторов выставки, воплощение национального духа Испании. В основном их творчество было направлено, да, на изображение испанской корриды. У Гойя это более подробная, более историческая трактовка, у Пикассо это более чувственная трактовка. То есть именно изображение эмоций, которые дает коррида. Это интересная испанская тематика, и выставка дополнена инсталляциями, которые вот прям переносят нас в Испанию, на корриду, в полную атмосферу нас погружают. Передвижная экспозиция – часть международного проекта, имена которой покорили мир. В России копии работ выставляются впервые. Погрузиться в испанскую атмосферу можно вплоть до 4 ноября. Выставочный зал работает ежедневно со вторника по воскресенье с 10 до 18:00.